Мост через Кую будет закрыт с 9 часов вечера 3 июля до 9 утра 4 июля. Там будут проводить планово-предупредительные работы на автомобильной дороге Наринмар-Красное. Плановый ремонт моста будет проходить на основании утвержденной проектно-сметной документации на 8-м километре автомобильной дороги. В целях обеспечения безопасности дорожного движения приказом Архангельского автодора на участке производства работ введено ограничение движения автомобильного транспорта. Напомню, что Куйский мост будет закрыт с 9 часов вечера 3 июля до 9 утра 4 июля.